Ребятки, всех приветствую на своем канале Айс Диос стартапов и криптовалюты. В сегодняшнем видео хочу рассказать о таком проекте под названием World Wi-Fi. Официальный сайт данного проекта находится перед вами. Теперь давайте поговорим, чем же занимается данный проект и для чего он предназначен. А также поговорим о его ключевых преимуществах. Итак, давайте начнем. Проект World Wi-Fi – это глобально централизованная бесплатная сеть Wi-Fi на частных роутерах, основная часть которых домашние роутеры. Каждый владелец роутера может раздавать бесплатный Wi-Fi, подключать других пользователей и зарабатывать криптовалюту. В итоге все выигрывают. Обычные пользователи могут не платить за интернет, владельцы роутеров получают доход, а рекламодатели свою целевую аудиторию. World Wi-Fi – это мировой проект, который строится силами сообщества. Также платформа World Wi-Fi разработана с применением технологии Big Data, сбора и анализа неперсонализированных данных об активности пользователей, что позволяет рекламодателям демонстрировать свою рекламу именно тем, кому она действительно может быть интересна. Технология блокчейн позволяет сделать транзакции между участниками процесса быстрыми и дешевыми, а также обеспечить сторонам взаимные гарантии благодаря смарт-контрактам и предоставить рекламодателям абсолютно достоверную и прозрачную информацию о проведенной рекламной кампании. Мы приведем примеры. Airbnb не строил гостиницы, а предложил каждому немножечко побыть владельцами собственной гостиницы. А также у нас Uber не заводил таксопарк, но предложил любому в свободное время зарабатывать на собственном автомобиле. Так и World Wi-Fi не будет строить хит-стопы и предлагать владельцам роутеров немного побыть операторами связи и обеспечить себе пассивный доход. Компания запускает масштабный проект на базе действующего успешного бизнеса в сфере Wi-Fi хот-слотов и рекламы в Wi-Fi сетях. Компания Radius Wi-Fi и платформа Adrenta работают в 80 городах и имеет штат 100 человек. Прирост подключения точек за год составил 784%. Компания проанализировала эти существующие бизнес-модели и поняла, что благодаря технологии блокчейн можно создать глобальную децентрализированную сеть Wi-Fi и сделать ее бесплатной для пользователей за счет рекламы. Также сейчас работает телевидение, а это только в том, что компания достаточно показывает короткую и ненавязчивую рекламу при подключении к сети, чтобы проект был коммерчески эффективным. Демо-версия World of Wi-Fi уже запущена в тестовом режиме. Основной рынок, который формирует и на котором работает проект World Wi-Fi, это рынок онлайн-рекламы для пользователей домашнего интернета. На сегодняшний день это огромная свободная ниша. Действующие проекты Adrenta и Radius Wi-Fi сфокусированы на Wi-Fi рекламе в публичных местах, то есть это у нас аэропорты, кафе, рестораны, торговые центры. Они будут включены в платформу World Wi-Fi, и на их базе будет развиваться рынок бесплатного интернета в публичных местах во всем мире. Как работает блокчейн World of Wi-Fi? Система представляет собой децентрализованную сеть из рекламодателей, владельцев роутеров и потребителей сети. Для решения проблемы возможной фальсификации данных, контроля факта показа рекламных материалов, а также для гарантии исполнения обязательств по вознаграждению в пользу владельцев роутера используется блокчейн Greyhound, либо же другой DPoS аналог. В общем виде необходимо использование привилегированных участников для обеспечения контроля за корректностью исполнения обязательств между всеми участниками сети. Предусмотрена программа вознаграждения делегатов. Функции делегатов входит в хранение реприоритизированной базы данных состояния участников сети с информацией по таргетингу, представляющей собой индексируемые данные по полям. Во-первых, это у нас геокоординаты роутера, количество пользователей, возраст, интерес, информация по прошедшим рекламным кампаниям. Физически база представляет собой индексированную свертку данных из блокчейна. Это вызвано необходимостью быстрого выбора поставщика для запросов со стороны рекламодателя, а также для расчета статистики по потреблению, что формирует основную ценность для рекламодателя. Доступ к этой информации должен быть оперативным. Возможно также использование блокчейна, дающих возможность индексации из коробки. Принципиально это касается только делегатов, а именно софтверную часть на их стороне. В принципе, довольно-таки неплохой проект. Можно видеть, что проект занимается построением бесплатного интернета за счет других людей. Уже пресейл у нас закончится через 2 недели 6 дней. За цена одного токена, один токен VT у нас стоит 10 центов, бонус 15%. В принципе, можно уже как бы заходить. Уже мы видим, что софтка особая нужна на момент на 5 миллионов 300 тысяч долларов. Хардка помирается 25 миллионов долларов. А также у нас в данном проекте присутствует техническая документация, так называемый White Paper. Здесь у нас полностью рассказывается, чем же занимается данный проект, его основные преимущества, целевая аудитория, roadmap дорожная карта проекта и непосредственно куда будут спрятаться токены после токен сейла.
Ссылочка также будет в описании, можете зайти и ознакомиться непосредственно с данной документацией. Также данный проект у нас представлен советочка на форуме Bitcoin Talk, если можете зайти и вкратце ознакомиться с данным проектом, а также почитать отзывы пользователей относительно данной платформы, принять какие-то определенные решения. А также вы можете принять участие в баунти компании данного проекта и получить свои токены UVT. Баунти компания у нас представлена такими видами баунти. Это подписная компания, потом это у нас Community Moderation, Content Creation, Block Bounty, Twitter компания, Reddit компания, а также у нас идет еще Special компания. В принципе, вообще на список баунти, с которого можно выбрать баунти по душе и непосредственно получить свои токены UVT. Хочу вам напомнить, что баунти пул у нас выделено 12 миллионов токенов UVT. Начало, прицел у нас закончился, должен начаться основной токен 18 апреля, продлится по 18 мая 2018 года. Что могу сказать в итоге, проект выглядит интересно, и сумма вложенных в него средств дает понять, что проект будет востребованным. В принципе, если вы решите вложить данный проект, помните, ребятки, все ваши инвестиции на ваш страх и риск. В принципе, на этом все. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч.